бразильцем. И слева Киран Гибс. Но попадает под прессинг. Ну как же так? И какие есть варианты? Вот Мюллер. Гол. 5-1. Да, нормально. Повторение. Повторение истории. 5-1. Мяч в Лиге чемпионов, ворота Арсенала. Вот так это было. Заблудились в собственной штрафной площади. И Тьяго записывает еще и голевую передачу к своим двум мячам. Ну а Томас Мюллер, я уже говорил про его 999 минут. И на тысячной он забил таки гол ворота Вольсбурга. Там тоже в ворота Вольсбурга влетело 5 мячей. И здесь тоже влетает. Оксли Чемберлен потерял мяч. Ну и дальше. О, наконец-то!